Впервые в истории у Нюрбинского драматического театра появился шанс участвовать во всеконкурсной программе «Маска плюс», которая проходит в рамках премии «Золотая маска» с 2009 года. Театр представит спектакль «Шинель». Подробности у наших корреспондентов. Для участия в престижном театральном конкурсе Нюрбинский театр выбрал из своего репертуара спектакль «Шинель» в постановке художественного руководителя театра Юрия Макарова. Специально для оценки работы были приглашены ведущие критики из Москвы и Санкт-Петербурга. Ну, в принципе, я доволен. Главное, что приехали вот эксперты, критики. К нам не каждый день приезжают такие вот люди, которые вот... Они молодые люди, но очень известные вот в театральной среде, вообще по всей России. Премьера спектакля «Шинель» состоялась в марте этого года на 9-м республиканском театральном фестивале «Сата». Исполнитель главной роли Петр Винокуров получил тогда приз за лучшую мужскую роль. Сыграл маленького человека, не дурака, не глупого. Маленький человек. В этом государстве, ну, на своем, на рабочем месте. И вот некоторыми своими странностями. Театральные критики очень высоко оценили работу Нюрбинского театра. Это очень глубокая и качественная работа. И мы благодарны за приглашение и возможность увидеть спектакль, признались они. Исполнитель главной роли восхитительно. То есть, в общем, я думаю, что это один из таких интересных исполнителей и решения роли Акакия Акакича, вот, который создал очень запоминающийся образ и через пластику, и через интонацию, ритмику речи, и через психологическое очень глубокое погружение в роль. Поэтому, в принципе, у меня осталось, ну, очень много мыслей, о которых мне хочется думать после спектакля. Национальная образность, игра с масками, двойственность и аллегория – все это дает множество прочтений этого классического спектакля. И если у наших земляков появится возможность показать все это на всероссийском конкурсе «Маска плюс», о нем узнают ценители театрального искусства далеко за пределами республики. Светлана Борисова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, НВК «Саха».